Театр всегда был искусством элитарным, публика изысканная, билеты недешевые. Школьникам и студентам зачастую не по карману. Теперь же любой спектакль можно запросто увидеть, воспользовавшись пушкинской картой. С момента действия мы видим, что интерес к пушкинской карте, он очень увеличивается. Мы ведем разъяснительную работу в этом плане и говорим о том, что особенно молодежи, педагогам, родителям, что есть такая возможность посетить театр бесплатно. Если театры, музеи и выставки можно было оплачивать пушкинской картой уже в прошлом году, то с февраля 2022 в этот список добавились и кинотеатры. Посетить можно любой отечественный фильм. В прокате они есть всегда. На сегодняшний день их 4. Семейный фильм «Папы». Драма «Спорт» – это «Один из молчаливых мужчин» и «Мистер Нокаут». И всем известная комедия «Хочу замуж». Много человек ходит по пушкинской карте, все хорошо, билеты печатаются. По пушкинской карте билет в кино можно купить только онлайн. Для этого надо зайти на сайт кинотеатра и из всей сети выбрать именно местный и определиться с фильмом. Кстати, номинал карты с 2022 года увеличен до 5000 рублей. Деньги туда поступают из государственного бюджета. Оформить пластиковую или виртуальную пушкинскую карту можно на портале госуслуги.